Всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня мы распаковываем бумажные сюрпризики, и у нас есть новиночка. Это коллекция Gravity Falls. Ее у меня попросила подписчица. Ее имя вы сейчас видите на экране. Так, возьмем сегодня три конвертика. Как всегда, в честь новиночки. Остальные отложим. Возьмем пару веселых прилипал. Одного мнямчика. Один киндер-сюрприз. Коллекция коты рулят один конвертик. Спанч Боб, наша прошлая новиночка, тоже по просьбе подписчицы. Холодное сердце, один конвертик. От канала «Люблю рисовать», как всегда, ссылочка в описании. Мы возьмем один конвертик. Решила все-таки открыть эти два выстрела, чтобы показать, что я не жульничала, что здесь действительно оставшиеся выстрелы наших пиратов. Из коллекции Шопкинсов три конвертика. Шарлотта земляничка один конверт. Пару конвертов из мини-лентов. Одного единорожку. Из РЖД у нас осталось три конвертика. Возьмем вот этот. И из коллекции СОК возьмем тоже два пакетика. Вишенку, гранат. Я пошла за каталогом, а вы оставайтесь со мной. И начинаем из коллекции РЖД. У нас осталось два сюрпризика, а конвертика было три. Это значит, что в одном из них повторочка. Интересно, сегодня попадется сюрпризик или повторка. И это слоник под номером 5. Получается, у нас остался один конвертик с повторочкой и один конвертик с наклеечкой. Вот с этой самой большой наклейкой. Идем дальше. Быстренько открою сейчас сюрпризики, вам покажу и пойдем дальше. Коллекция официально закрыта. И если вам понравилось и вы хотите участвовать, напишите в комментариях «Хочу играть в морской бой». Я уже подготовила новую распечаточку для этой игры и выделю для нее еще одну страничку. Ну а мы идем дальше. И следующая коллекция мини-ленты. У нас есть два конвертика. Первым вот такое вот чудо под номером 3. Такого у нас еще не было. А вы любите шоколадное чудо? Я больше люблю клубничное. Во втором конвертике. Повторочка под номером 23. Вот такой кондиционер. Пускай полежит рядом с каталогом. А мы идем дальше в коллекцию СОК. Сразу же открываем первый конвертик с гранатом. И нам попадается СОК Вико виноградный. В нашем холодильнике я такого сока не вижу, поэтому мы его приклеиваем. А в конвертике с вишенкой у нас... сок «Добрый апельсин», который нам попался в
вчера, который нам попался вчера. Вот он. Пускай лежит рядом с каталожиком. Следующая коллекция, коллекция киндер-сюрприз. Вот такой вот у нас киндер. Откроем, посмотрим, что нам попадется. Ага, это две части, я уже поняла, какая это коллекция. Я надеюсь, вы тоже догадались. Это вот такой вот дракончик, наверное, из фильма про Мулан, из мультика. Вот с такой вот масочкой. Ну а мы идем дальше. Перелистываем стражи Арктики и попадаем в веселые прилипалы. Мы взяли два конвертика. Посмотрим, кто у нас будет. В первом конвертике у нас приключашка. Такого у нас еще не было. Давайте посмотрим, как он выглядит. Он выглядит вот так. Такой он, как будто бы панк с таким ирокезом на голове. Зато довольный. Наверное, очень любит приключения. Давайте об этом узнаем, прочитаем про него. Ну что, купаться? А может, сыграем во что-нибудь? Поехали на великах. Залезем на дерево. Это приключашка. Смотри, вот он уже лезет к тебе в карман. Чувствуешь, как захотелось скорее отправиться на поиски сокровищ? Да уж, веселый прилипака. Вкладыш мы убираем сюда. Посмотрим, кто у нас второй. И это Шептун. Шептуна у нас тоже еще не было. Посмотрим. Вот такой вот милашка, похож на инопланетянина с конфеткой. Положим его на место и про него прочитаем. Что-то ты притих, даже родители забеспокоились. Скажи им, что просто встретился с Шептуном. Он не любит болтать, зато знает 100 000 тихих игр. С ним всегда интересно. Ну а я приклею сейчас наших прилипал и вернусь к вам. Наши прилипалы на месте, это значит, что мы можем двигаться дальше. Коллекция Ам-Нямчик. Вот такой вот конвертик. Мне кажется, что я его как-то повредила, не знаю когда, но у него отрезан был уголочек. Я не подсматривала, кто здесь. Здесь вот такой вот Ам-Нямка. Под номером 11. Такого у нас нет. Кажется, этот Ам-Нямчик кого-то испугался. Может, он увидел призрака? Следующая коллекция «Коты рулят». Один конвертик. Угу. Черный котеночек. Вот такой вот милый. Это же котенок из мультика про Микки Мауса. Под номером 15. А вы знаете, как его зовут? Напишите мне об этом. Коллекция Шопкинсы. Три конвертика. Открываем первый. И это желтый арбузик. Похоже. Под номером 12. Неужели сегодня мы тоже будем собирать Шопкинсов с первой странички? Второй конвертик. Под номером 20 и снова с первой странички. Вот такой вот Шопкинс. Мне кажется, что это хлопушки для завтрака в виде колечек. Приклеим его. И берем третий конвертик. Нет, этот Шопкинс не с первой странички. Он под номером 121. Это мороженое мечты. Ребята, объясню, почему я так сильно удивляюсь, что нам попадаются сюрпризики с первой странички. Дело в том, что в коллекции Шопкинсов 142 конвертика. Нет ни одной повторочки. И эти конверты несколько раз уже были перемешаны. Разделены на 4 стопочки. И в каждый день я беру новую стопочку.
Насколько велика вероятность того, что нам будут попадаться сюрпризики только с первой странички? Целых 5 штук подряд. В течение 2 видео мы открывали Шопкинсов только с первой странички. Поэтому я так удивляюсь. Ну а мы идем дальше. В коллекцию «Холодное сердце». Сегодня мы взяли снова один конвертик. Хочу, чтобы это была не повторочка. Кто же нам попадется? Маленький Олаф! Посмотрите, какой милый снеговичок. В мультике он никогда не был маленьким, его слепили сразу же большим. Но очень интересно пофантазировать и посмотреть, каким бы маленьким он был. Он у нас под номером 1. Из первой странички нам остался только один сюрпризик. Вы уже знаете, кто это будет? Следующая коллекция от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Что же нам попадется? Нам попадается вот такая вот спящая лисичка. Давайте найдем для нее место в нашем каталоге. Я думаю, она будет хорошо смотреться вот здесь. И следующая коллекция – Шарлотта земляничка. И нам попадается вот такой вот котейка, который плавает в спасательном круге, в воздушном круге. Как он называется? Я так и не знаю, как ее зовут, вы мне об этом не написали. Она у нас под номером 10 в нашем каталоге. Давайте ее приклеим. Следующая коллекция – коллекция с единорожками. Открываем. Единорожку получаем. Вот такая милашка. Сияет и со знаком радуги. Она под номером 7. Давайте разместим ее в наш каталог. Предыдущая новиночка – коллекция «Спанч Боб». Посмотрим, кто попадется нам сегодня. Что же это? И это Крабсбургер. Знаменитый Крабсбургер. Он у нас под номером 6. Прямо над планктоном. Наконец-то у него появился шанс украсть рецепт Крабсбургера. Ну а далее в нашем каталоге это новиночка, коллекция Gravity Falls. Мы взяли 3 конвертика, посмотрим, что нам попадется. Ой, забыла, что эти конвертики можно открывать по-другому. Так, первым нам попадается вот такая вот книжка, дневник номер 3 из Gravity Falls под номером 12. Во втором конвертике вот такой вот милый гномик под номером 6. И в третьем конвертике кто же? Не знаю даже, кто это, девочка или мальчик. Под номером 3. Надеюсь, вам понравилась новая коллекция. Я, к сожалению, не знаю, как зовут этих персонажей, потому что этот мультик я тоже не смотрела. Напишите мне, пожалуйста, кто это такие. Я уже наклеила сюрпризики на свои места. Перемещаемся в начало каталога и убираем наши повторочки. Их сегодня совсем немножко. Кондиционер из коллекции мини-лента, сок добрый, апельсиновый, и вкладыши, которые можно даже и не считать за повторки, отправляются в наш конвертик.
Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Ну а мы увидимся с вами завтра. Пока-пока!